Дорогие наши зрители, сегодня рано утром на сайте Московского театра появилась страшная новость. Подписывайтесь на наш канал, мы сообщаем вам интересные новости из жизни российских звезд. Сегодня ночью, недалеко от своего дома, в личном автомобиле, без сознания была найдена советская российская актриса театра и кино Татьяна Догилева. Ее обнаружила молодая супружеская пара, которая проходила рядом и заметили, как женщина лежала головой на руле автомобиля. Автомобиль оказался открытым, они попытались привести в чувство актрису, но пришлось вызвать скорую. На скорой помощи Татьяна Догилева была доставлена в больницу, сейчас ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Что произошло с ней, пока никто не знает. Завтра утром, друзья, шокирующие подробности этой трагедии появятся уже на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал и не пропускайте наши новости. Мы их делаем для вас каждый день и только на этом канале.